Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня я вам покажу мою коллекцию ароматов от компании Oriflame. Многие ароматы, к сожалению, уже сняты с производства, какие-то я подарила, раздала, но основные мои любимые как раз сейчас перед вами, и я вам расскажу, какие эти ароматы вызывают у меня эмоции, какое состояние я с ними получаю, и также расскажу кое-что по составу, даже сделала себе такие подсказки, потому что запомнить все невозможно, в голове просто не может столько сохраняться информации, тем более не часто ей пользуемся. И начнем по порядку. Два аромата очень похожие по форме флакона, но абсолютно разные по содержанию. Оба аромата Divine, и один я держу в руках, это Divine Royal, очень нежный восточный аромат, и он у меня сломал вот все стереотипы касаемо ароматов, которые относятся к группе восточные, потому что он настолько нежный, настолько деликатный, а у меня ассоциация, что восточный аромат — это значит что-то очень такое тяжелое, пряное, сладкое даже, может быть, ну то есть немного даже такое приторное. Вот этот аромат очень-очень нежный, и я им пользуюсь как зимой, могу летом пользоваться, осенью, весной, то есть он у меня подходит как бы на любое время, на любой сезон. Я им пользуюсь достаточно много, и видно, что он убывает, учитывая, сколько у меня ароматов, что я их постоянно меняю, я считаю, что это прям отличное использование. И сюда в состав входит коктейльная вишня, мандарин, розовый перец, один из моих любимых ингредиентов в ароматах, белые цветы, жасмин, гордения и, конечно, мускус, ваниль и сандал. Вот такой красивый аромат. А белый аромат Divine Idol, непрозрачный флакон. В состав его входят красные фрукты, мандарин, золотой ирис, амбра и шипр. И этот аромат, он более классический, на вот просто на день он спокойно подойдет, на рабочую обстановку, то есть он не расслабляющий, такой приятный, стимулирующий аромат. Очень его люблю. Если вы заинтересовались им, любым из ароматов, которые я буду рассказывать, я все же рекомендую заказывать сначала пробник и носить аромат на себе, нанося на пульсовые точки, на одежду, на зоны за ушками, носить несколько дней, чтобы понять, как вам этот аромат, подходит, не подходит, в какое состояние вы входите с этим ароматом, потому что есть ароматы, которые ну, вот реально расслабляют, с этими ароматами хочется не работать, а идти гулять, отдыхать, а есть ароматы, которые прям настраивают на рабочий лад, и об этом поговорим. Как раз аромат Poses Secrets, Poses the Secrets, если правильно говорить, очень красивый флакон, и эти ароматы, их два, есть просто Poses и Secrets, абсолютно разные. Если этот аромат располагает действительно к флирту, к общению с мужчинами, к отдыху, то этот аромат вызывает во мне такое состояние жесткое, бизнес-леди, уверенная в себе, которой невозможно отказать. И здесь в составе аккорд золотое яблоко, бергамот, водный жасмин, сандал и ваниль, то есть он и сексуальный, и в то же время такой вот сильный, и скорее всего из-за этой его вот сексуальности чувствуешь себя такой прям вау, бизнес-леди. А Poses, в состав входит королевский ананас, фрезия, грейпфрукт, эланг-эланг, малина, цветок апельсинового дерева и ваниль из Мадагаскара, пачули и сандал. То есть это просто вот прям мужчины, держитесь. Да, это просто караул. Тоже очень красивый дизайн флаконов, и у того и другого, рекомендую вам их попробовать. И следующая парочка — МБ эликсир и кристалл. Один очень женственный, я бы даже сказала, его можно отнести к вечерним ароматам, вот этот вот такой коричневый, а второй невероятный, даже не знаю, с чем его ассоциировать, просто никогда в жизни не пробовала подобных ароматов. Сейчас расскажу состав. Так, амбер, эликсир восточный, мандарин, черная смородина, виноград, потом миндаль, гелиотроп, пион и амбра, сандал и мускус. Но мне этот аромат не очень нравится, если как бы быть, как сказать, откровенной, да,
то это вообще не мой аромат. Я даже не понимаю, почему он у меня до сих пор, мне его нужно срочно кому-то подарить. Не подходит абсолютно, я не чувствую себя в нем никак вообще, просто он мне просто не подходит. А с этим ароматом я чувствую просто праздник, энергия, жизнь кипит, и хочется и общаться, и идти дружить, и разговаривать с людьми. И столько энергии мне дает этот аромат. И в его состав входит водные ноты, амбра, грейпфрукт, цветок апельсина, фиалка, кумин и сахарный тростник, кокосовое молоко и ваниль. Это вообще что-то невероятное вот в его составе, я даже не знаю, хотя и пишут, что это цветочно-фруктовый аромат, но он просто какой-то космический. Я вот не слышу здесь каких-то фруктов или цветов, я просто не понимаю, это какой-то невероятный аромат. Обязательно попробуйте, если еще есть возможность заказать пробники, возьмите и насладитесь этим ароматом. Friends Word for Her, вот этот первый аромат, и потом появился Friends Word for Her Tropical Sorbet. Я помню, как я долго учила его название, мне нужно было записать обзор на этот аромат, и я еле-еле с этим справилась. Да, попробуйте сами Friends Word for Her Tropical Sorbet. Вот теперь я умею его говорить. Итак, про эти ароматы, они тоже разные. Если здесь я явно слышу вот этот персик, и этот аромат настолько позитивный, такой дружественный, такой бодрящий, восхитительный, очаровательный, то есть когда я пользуюсь этим ароматом, от меня никто даже отходить не хочет, просто все хотят стоять в этом шлейфе и наслаждаться. То есть это летний классный теплый аромат, фруктовый, я бы его так и назвала, фруктовый. Да, здесь еще в состав входит ваниль и цинния мисс баттерфляй. А второй аромат — гуава, ревень или ревень, лимон, розы, гранат, ландыш, кедр, мускус, амбра. Этот аромат, несмотря на весь вот этот состав, что я перечислила, я в нем слышу, вы сейчас удивитесь, я им пользовалась как раз летом, и я в нем слышу аромат скошенной травы, как будто вот прошел тропический дождь, однозначно это тропики, потому что здесь вот гуава, все-таки вот эта нотка, она как-то переносит куда-то в тропики, не просто на наш, да, в наши поля российские, а именно туда. Но все равно это вот что-то такое зеленое после дождя, очень свежее, в то же время теплое. Даже не знаю, как объяснить, но мне с этим ароматом было летом очень хорошо. Даже когда была сильная жара, все равно мне с ним было комфортно. Прям я им пользовалась, помню, с таким удовольствием. Ну, конечно, не уливалась ног до головы, но тем не менее. Следующая серия — это мои любимчики. Giordani Gold Essenza — этот аромат номер один для меня. Если бы мне сказали: Лиля, мы заберем у тебя все ароматы, ты можешь выбрать один, который с тобой останется навсегда, я бы оставила этот аромат. Вот, честное слово, конечно, мне нравится наш Happy Dizziac, мне нравится Love Potion, Secrets и вообще многие, вот я смотрю на них, да, я вам сейчас про них буду рассказывать, но именно этот аромат меня собирает полностью, он во мне все стороны, да, вот как вот в женщине бывает состояние хозяйка, любовница, королева и девочка. Вот я в этом аромате могу получить абсолютно любое состояние, какое хочу. Для меня это волшебный аромат. Он и может быть и дневным, и вечерним. Я им могу пользоваться зимой и летом. Зимой, конечно, он красивее, он звонче, я больше в нем чувствую цитрусовые ноты, но и летом я им пользуюсь, потому что я просто без него долго не могу. Мне периодически хотя бы нужно его понюхать и ощутить его на себе. Это какой-то волшебный аромат. Но это мой аромат. А в состав входит лимон, мандарин, жасмин, флёр д'оранж, амбра, древесная нота и мускус. Очень красивые, богатые ноты. Следующий аромат у нас будет Essenza Sensuale. Такой малыш. Они, кстати, очень похожи, но здесь необыкновенный формат, то, что мы открываем крышку, а здесь пипетка. И мы вот так пипеткой дотрагиваемся до ткани или до кожи и переносим аромат на себя. Если не хватило, мы просто закрываем крышечку, открываем, и пипетка снова полная. О, удивительное просто дело. И этот аромат, он совсем не похож, хотя некоторые ноты перекликаются с моим любимым Essenza, но Sensuale более нежный, более женственный, мягонький такой, вот такой
деликатненький, просто вот, ну, он невероятный. И, конечно, больше тоже нравится в холодное время года с этим ароматом. У меня с ним есть история интересная. Когда он только появился, я его сразу заказала, попробовала буквально два раза. У меня его выпросила клиентка, просто отняла, можно сказать, дала деньги, сказала: закажешь себе новый. Я заказала новый спустя, наверное, года полтора. У меня все никак не доходили до него вот руки. А потом я такая: а, я хочу, я соскучилась. У меня часто бывает такое, что мне нужен срочно новый какой-то аромат или вернуть какой-то аромат, потому что ароматы наполняют мою жизнь, они делают ее более какой-то яркой, разнообразной. То есть в ароматах я меняюсь, они на меня влияют очень сильно. Я не знаю, есть ли люди, которые, ну, не чувствуют аромат, как бы сказать, или, ну, нанесли и нанесли. У меня очень идет тесная связь с ароматом, и я, прежде чем наносить какой-то аромат на себя, я сначала думаю, куда я иду, какое мне нужно состояние, какой я хочу быть. Понимаете, вот у меня так. Расскажите, как у вас, было бы просто интересно. Следующий аромат — Giordani Gold Essenza Blossom. Смотрите, они практически похожи, но абсолютно разные. Он, конечно, я на него возлагала надежды, что он станет моим любимчиком, но нет, все равно он не такой. Это белоцветочный аромат, верхние ноты — груша, мандарин, жасмин, а в сердце — камелия, флёр д'оранж, иланг-иланг, таитянский, и ваниль, амброксан и мускус. Этот аромат белоцветочный, я прям здесь слышу цветы. И он более сладкий, такой, как бы я сказала, более навязчивый, если сравнивать с Giordani Gold Essenza. И точно не на лето, как бы вот начало весны, когда еще вот сейчас еще прохладно, только-только начинается температура, да, в плюс уходить, да, но летом точно я уже им не смогу пользоваться, будет слишком приторно для меня. И Giordani Gold — это Miss Giordani Intense, такой интересный крученый флакон, прямоугольные формы, немножко рисковатый, но в то же время он очень интересный. И этот аромат, тоже у меня с ним история: персик, апельсин, зеленые ноты, гордения нероли, светлое дерево, мускус, ванильная орхидея. Вот этот аромат мне очень нравится. Он не яркий, он не вечерний, то есть, ну, на день точно классно. Я в этом аромате чувствую себя превосходно, настроение прекрасное, очень бодрое, и в то же время я себя чувствую женственной. Ну, замечательный аромат, в нем нет ничего такого грубого, навязчивого. Он, не знаю, мне кажется, он подойдет всем. Ну, надо нюхать, конечно, надо пробовать, но этот аромат тоже исключительно можно поймать, мне кажется, где-то по акциям, может быть, еще когда-то он появится в каталоге. У меня тоже, когда я его купила, выпросили сразу, прям отняли, отдали деньги. Но их же видно, что они когда-то вот использованы или вообще новый аромат. И даже по дате каталога понятно, что вот только получила. Клиентка сразу его отняла, говорит: на, закажи себе новый. И тоже я его не заказала сразу, ждала какое-то время, а потом дождалась, и вот теперь он мой. Я очень рада этому. Так, следующий аромат — Infinita. Это страсть, это танец страсти, сексуальности, энергии, просто это вот вихрь какой-то невероятный и очень сексуальный цветочный аромат. Кумкват — это пряность, да, какая-то пряность, мандарин, розовый перец, жасмин, ваниль, кашемировое дерево и амбра. И при этом он мне даже летом нравился, я им пользовалась в прошлом году, посмотрите, как активно я им пользовалась, почти пол флакона вылила. Я не могла им насладиться, у меня прям слюни текут, я его нюхаю, у меня слюни, я просто не могла им насладиться. И сейчас начну опять им пользоваться с огромным удовольствием, да. Вот сюда будут ставить свои любимчики. Так, и даже не знаю, как правильно, Amazing Paradise, по-моему, правильное название. Этот аромат уже купить нельзя, к огромному моему сожалению. Я даже не знаю, как такой аромат и вот его предшественник, просто Paradise, как их вообще могли снять с производства. Это же какие-то нереальные оба аромата. Давайте по
порядку. Так, у нас идет Paradise, а потом вот так вот. Давайте начнем с первого аромата, который вышел. Paradise. Во-первых, дизайн, посмотрите, как красиво это все оформлено. Кстати, вот он у меня практически кончился, но у меня запечатанный целый флакон, потому что такой аромат я никогда, мне кажется, больше нигде не встречу. Он нереальный. Это тоже аромат силы, этот аромат, на который все оборачиваются, с ним невозможно остаться незамеченной, и с ним можно идти на деловую встречу, но немного, потому что он очень стойкий, очень яркий аромат, можно на вечеринку, да, то есть это и такой вот аромат, очень классный. Розовый, черный перец, фрезия, ландыш, жасмин, пион, кедр и мускус. А в голубом Paradise гуава. Гуава, кстати, вот где гуава у нас был, и еще вот в этом аромате тоже гуава, но здесь он не такой яркий, не такие яркие ноты. Цветок мандарина, лист фиалки, жасмин, малина, мускус, огненное дерево и ваниль. Но этот аромат просто огонь, он такой звонкий, он такой свежий, вот летом без него просто как без рук, я не представляю, как мы без него живем. Вот у меня осталось, потому что я его очень экономлю, и я его прям вот по особым случаям, когда хочу просто вот насладиться ароматом. Да, вот, кстати, я не говорила по поводу стойкости, наверняка у вас есть такой вопрос, какие ароматы стойкие. Вот все, что я перечисляла до, ну сейчас все ароматы высокой концентрации, достаточно, да, хорошей стойкости. Вот этот аромат немного не сильно стойкий, и вот два аромата Friends Word for Her, они держатся буквально 3-4 часа, я их чувствую, потом уже не чувствую, хотя может быть чувствуют окружающие, но эти ароматы не очень стойкие. Divine Royale тоже не могу сказать, что сильно стойкий, нет, я его тоже чувствую буквально несколько, 4-5 часов, потом он уже такой нежный-нежный, его можно чувствовать, когда прям вот близко-близко к коже, а остальные ароматы сильные. Кстати, недавно у меня был заказ на аромат Giordani Gold Essence Sensuale, как получилось? Я принесла несколько вариантов, мы нанесли их на определенные места, запомнили, куда нанесли, и потом мне клиентка позвонила и говорит: принеси мне вот этот. Ты представляешь, я приехала с работы, то есть весь день с этими ароматами, я искупалась, и потом, говорит, легла вот так как-то, что рука была рядом к лицу, и понимаю, что невероятно вкусный аромат именно с этого места, вот именно этот аромат оказался, говорит, он такой стойкий, такой прекрасный, я его сразу заказала для клиентки. Следующая коллекция Eclat, один у меня даже хранится в коробочке, потому что он появился у меня не так давно. Кстати, раньше, когда только этот аромат появился, он был просто Eclat, он был немного другой, но очень похож по составу. Я его заказывала подряд 3 или 4 раза, я никак не могла насладиться этим ароматом, вот просто. А потом много лет был большой перерыв, я им не пользовалась, потому что у нас стали так часто постоянно выходить новые ароматы, что уже как бы старенькие заказывать-то уже не хочется, хочется как бы посмотреть, что нас ждет, что будет сейчас модное, что актуально. Поэтому когда у меня появился этот аромат, я очень обрадовалась, мне его прислали как официальному обозревателю для того, чтобы я его показала в обзоре, я так этому рада. Eclat Femme, мандарин, черная смородина, жасмин, флёр д'оранж, роза, сандаловое дерево, ваниль и амбра. Вот этот аромат, он действительно такой торжественный, прям на торжественные случаи, и на вечер, и на работу подойдет. Очень много зависит от вас, любой аромат на разном человеке раскрывается по-разному, и то, что я вам сейчас говорю, это мои впечатления от этого аромата, как я его чувствую на себе. Конечно, для вас он может быть совсем по-другому звучать, поэтому опять же помните про пробники. Так, очень такой классический, простой, деликатный дизайн у этих ароматов. Eclat Mon Parfum, просто обожаю этот аромат, когда он у нас появился, тоже были разные отзывы, писали что угодно, фу-фу-фу, кто-то писал, что как будто бы несколько ароматов просто смешали, а для меня этот аромат просто праздник.
не знаю, может быть, у меня плохой вкус. Китайская груша, розовый перец, королевский белый ирис, миндальная пудра, белые пачули, светлый мускус. Да, состав прелесть, вот согласитесь же. И что с этим ароматом происходит? Когда я его наношу, видите, я тоже им пользуюсь с удовольствием, видно по флакону, меня просто преследуют женщины, как ни странно. Три раза было, что ко мне просто подходили: девушка, я вас умоляю, скажите, чем от вас так вкусно пахнет. Одна клиентка у меня появилась этого аромата, и просто комплиментов море, когда захожу, знакомься: как от тебя вкусно пахнет, он действительно очень крутой. Ну и тоже стойкий, эти ароматы Экла очень стойкие. А Экла Мадемуазель у меня закончился, осталась вот прям капелька, я его прям вот держу как пробник и как ностальгия, потому что ну уже как-то заказывать новый, опять же по тем же причинам, что постоянно выходят свежие какие-то ароматы, не хочется, и расставаться с ним тоже не хочется, возможно, когда-то я его снова повторю. Вот этот аромат сейчас для него идеальное время: весна, начало лета, когда еще нет сильной жары, когда начинают распускаться листочки, цветочки. Это просто вот вы сольетесь просто с миром, вы будете с миром идти в единой мелодии, да, в одном такте. Очень круто. Зимой просто не актуально, наносишь его, и как будто ты вырвана из контекста. Вот у меня такое ощущение, что как, вот знаете, когда зимой подснежники, да, девочка искала, вот 12 месяцев сказка тоже, ну какие подснежники зимой, вы что, морозы, метель. Вот это то же самое, как будто среди сугроба растет подснежник, и все так смотрят: какие подснежники, вы что-то перепутали. Вот то же самое у меня с этим ароматом, такая ассоциация. Но весной я его просто обожаю и скучаю по нему искренне. Так, следующие ароматы — Тендерли. И у меня тоже два аромата, кстати. Тендерли, который вышел первый, розовый такой нежненький, не знаю, почему у меня ассоциация, что он розовый, но у него действительно, когда смотришь на сам аромат, он действительно какого-то нежно-розового цвета, не знаю, вам видно или нет. И второй — Тендерли Промайс или Промис, могу ошибаться название, с королевской белой лилией. Вот этот аромат я не хотела покупать, не хотела, я его купила только потому, что было какое-то мероприятие, что все средства с продажи этого аромата шли в детский фонд, поэтому я, естественно, его купила. Но как я могла не поучаствовать в таком классном мероприятии? Давайте расскажу про Промайс. Королевская белая лилия, как я уже сказала, шлейф из нот мускуса, сандала, фиалки оставляет невероятный след. И когда я этот аромат открыла, все-таки, да, надо же было открыть, открыла, я его понюхала, такая, думаю, непонятно, и я его распылила в воздухе, брызнула на себя буквально чуть-чуть, и все, кто был в офисе, я это делала прямо в офисе, такие: это что, чем пахнет, покажите, кто брызнул, что это. То есть, и мы все сошли с ума, и все заказали этот аромат, потому что, ребят, он так раскрывается, он просто невероятный. Этот аромат стойкий, его невозможно не заметить, он тоже так выделяется из толпы ароматов, потому что есть вот ароматы, которые ну такие вот, знаете, вот, ну, бледненькие, незаметненькие, просто вот, ну, так вот для души, вот, ну, нежненько от меня пахнет, хорошо. Это бомба, вот это просто бомба быстрого действия, всех сведет с ума. А Тендерли, который у нас появился первый, апельсиновый цвет, да, или флёр д'оранж это сейчас называют, ежевика, клевер, так, магнолия, мак, орхидея, ромашка, гелиотроп, сандал, ваниль. Это такой легкий весенний цветочный женственный букет. И этот аромат, он такой вот нежный, шлейфный, какой-то вот в нем пудровость. Я его открыла только сейчас для себя. Вы представляете, когда он у меня появился, я его не чувствовала. Мне казалось, какая-то ерунда, вот честное слово. И только вот в этом году я его для себя открыла, как будто первый раз. И я думаю, что? У меня его так мало теперь. То есть я его раньше не ценила абсолютно. А именно вот сейчас, в конце зимы, почему-то я его достала, начала им пользоваться и поняла, что я допустила огромную ошибку, что не ценила этот аромат раньше. А сейчас его уже не купить, к сожалению. Так, дальше у нас идет Люсия Starlight. Слушайте, этот аромат
я бы назвала его холодным. Вот есть, да, ароматы теплые, а это для меня холодный. Но я не скажу, что здесь нотки льда, нет, конечно, нет. Он утонченный, нежно, непостижимо женственно-фруктово-шипровый. Вот такой состав: груша, юзу, розовый перец, мирабилис, ночная красавица, мед, сирень, амбра, пачули, персик. Я не знаю, как это все вместе дало такой невероятный аромат. У меня, кстати, один раз приходил молодой человек к моей дочери, и пока она собиралась, он говорит: ой, а это что, у вас столько ароматов? Я говорю: ага. У меня стояли не все, несколько ароматов стояли. А можно понюхаю? Я говорю: конечно. И вот он понюхал несколько ароматов, говорит: вот этот самый крутой. Честно, я не ожидала. Давайте крышечку вернем на место, чтобы было красиво. Я не ожидала, и я стала этот аромат ценить еще больше. Он необычный, и меня этот аромат собирает в кучку. То есть если вот я с какими-то там такая там расслабленная, там порхаю, то с этим ароматом я собираюсь в кучку, как-то он меня организует, я себя чувствую такой вот собранный, рабочее классное состояние, очень уверенное, то есть он мне придает уверенности. В общем-то, прекрасный аромат, кстати, его тоже уже нельзя заказать, к сожалению, потому что он действительно классный. Так, дальше у нас идет Happy Dizziak. Клубника, груша, сочная, жасмин. Он такой прям аромат счастья, аромат праздника, позитива, настроения. Когда я его приобрела дома, сразу открыла, давай быстрее брызгаться, нюхать, такая: как вкусно. Приходит дочка домой и такая: а был время осень, уже такая не ранняя осень, поздняя достаточно, то есть мы уже в курточках ходили, и она заходит такая: мам, у нас что, клубника? Я говорю: нет. Мам говорит: ну пахнет живой клубникой, где клубника, дайте мне клубнику. Она бегала по дому, открывала холодильник, шкафы, искала клубнику. Я говорю: Лера, вот клубника. Она такая: это клубника. Понимаете, да, о чем я? Очень ягодный, фруктовый, такой вкусный, сочный аромат, очень жизнерадостный. Почему его сняли тоже с производства, я не знаю. Это, ну, это очень жаль. Буду тут вставлять ароматы, здесь уже некуда ставить. Так, следующий — Валаре. Смотрите, у нас есть Валаре, забыла, как называется, Моментс. Валаре Моментс. Малина, розовый грейпфрут, жасмин, белая роза, таивская роза, цветочные ноты, засахаренный миндаль, белый мускус, кашемировое дерево. Я один аромат пропустила, ну ладно. Представляете, во-первых, дизайн у этих флакончиков просто классный. Недавно я одной девушке подарила золотой флакон, такой у меня еще был, но я им не пользовалась, тоже как-то не мой аромат, но его и купить уже, кстати, нельзя. Что такое для меня аромат Valare Forever? Ой, Moments. Такой девичий аромат, нежный аромат. У меня ассоциируется, что я лежу в такой постели в белой, такая чистая, хлопковая какая-то свежесть, вот что-то такое. Вот у меня очень приятные ассоциации, я в нем себя тоже очень хорошо чувствую, прям прекрасный аромат. Когда он только вышел, я им прям активно так пользовалась, потом переключилась на другие. А вот второй аромат Valare Forever, тоже на весну, такой прям весенний звонкий аромат. Сейчас я прочитаю. Ой, я все, подождите, я перепутала, я вам читала состав наоборот читала состав, подождите. Вот этот аромат — малина, розовый грейпфрут, жасмин, засахаренный миндаль, белый мускус, кашемировое дерево. А вот этот аромат, есть другие: грасская роза, лист фиалки, груша, пион, османтус, магнолия, фрезия, ирис, сандал, мускус, кедр. Вот, все перепутала, очень меленько. Вот этот аромат прямо на весну, вот просто если вы хотите, чтобы быстрее у вас в душе распустились листочки, цветочки, то носите этот аромат. И его можно еще приобрести в каталоге. По стойкости они тоже, ну так, хорошо, не средние и не самые стойкие, достаточно хорошо держатся. То есть я их чувствую в течение всего дня и даже вечером. Мне еще Миша иногда говорит: от тебя так вкусно пахнет, прекрасно.
Так, и я пропустила состав вот этого аромата, я попробую по памяти вспомнить. Это серия Women's Collection Sensuale Jasmine, и сразу понимаем, что здесь жасмин в составе, ландыш и еще какой-то белый цветок, я не помню. Вы можете посмотреть в интернете, кстати, состав. Я вам просто расскажу свои впечатления от этого аромата. Он тоже весенний. Жасмин не слышится так грубо, как будто стоишь у куста жасмина, да, и падаешь в обморок, потому что на самом деле жасмин очень сильно пахнет, что может даже разболеться голова. Даже дома не рекомендуют оставлять в спальне, например, букеты с жасмином, потому что, ну, реально может быть плохо. Здесь он звонкий и нежный. Здесь он просто такой вот бодрящий, сексуальный, цветочный, очень, кстати, потрясающий аромат. И хотя про него пишут, что стойкость невысокая, он стойкий, я его прям весь день на себе тоже чувствую. Не знаю, почему его относят к нестойким, я по нему очень соскучилась, надо им сейчас буду пользоваться. Кстати, пользуясь случаем, сейчас сразу отложу себе ароматы на вот это время, как раз прохладную весну, а уже в жару мы с вами уйдем с другими ароматами. Так, Sublime Nature Tonka Bean, где он? Вот он, Sublime Nature Tonka Bean. Надеюсь, вы его хотя бы раз пробовали. Это нереальный аромат. Считаю, что такой аромат нужно навсегда тоже оставить в коллекции Oriflame, потому что он неповторимый, он просто неповторимый. Состав: бобы тонко, морские ноты, молекулы каскалоны, черная смородина, ваниль и белый мускус. Очень стойкий, очень впечатляющий, запоминающийся аромат. Он просто себя с ним чувствуешь королевой, просто с этим ароматом просто королева. При этом он не давит, не сводит с ума. Он хотя относится к восточным, но он просто великолепен, просто чудо. Обязательно попробуйте, потом напишите мне, понравился он вам или нет. Так, и у нас уже третий листочек, My Naked Truth, или Обнаженная правда. Этот аромат уже давно нельзя купить, к сожалению. Такой аромат тоже нужно вернуть в коллекцию навсегда. Бергамот, цветок яблони, сладкие личи, абрикос, шиповник, цветы хлопчатника, сандал, и все это мягко хлопковый такой шлейфный, очень такой аромат невероятный, очень стойкий, необыкновенный аромат. С ним себя чувствуешь просто идеальной женщиной. С этим ароматом не хочется громко говорить, не хочется, не знаю, шуметь, танцевать, беситься. С этим ароматом ты просто сама элегантность. Вот у меня такие вот с ним чувства возникают. Love Potion Midnight Wish, такой аромат, он выглядит, как будто шляпу с волшебницы, да, сорвали, с магические заклинания, чтобы читать. Итак, этот аромат напоминает мне состояние, как будто бы я пришла в холод, в метель или в дождь, то есть очень холодно на улице, я пришла в кафе, мне дали теплый плед, я завернулась в него, заказала кофе и пирожное шоколадное за сахарной вишней. Вот это, этим все сказано. Однозначно этот аромат неоднозначный, кому-то он абсолютно не нравится, кто-то говорит, что ой, какой-то бабушкин аромат. Нет, он очень впечатляет, он такой гурманский, вот реально это яркий представитель гурманских ароматов. На лето точно нет, но зимой я им наслаждалась. Жалко, вот не видно, сколько я его использовала, я им наслаждалась. Еще у меня есть крем из этой коллекции, и я пользовалась этим ароматом и кремом для тела, это просто сказка. Так что вот так. По стойкости не скажу, что он очень стойкий, нет, он мягкий, он такой не яркий, не выразительный, у него мягкий аромат, очень приятный. А вот Love Potion Secrets, это просто вот когда у меня в основном дочка пользуется, я всегда его покупаю, как только у нее заканчивается, сразу нужен новый флакон. Потому что, кстати, по составу не сказала, хорошо, скажу про этот: ананас, белая клубника, мандарин, нектарин, гордения, орхидея, жасмин, амбра, белый шоколад и сандал. Но он звонкий, он сексуальный, он и сладенький вроде, но эта сладость, она девичья,
То есть это не сладкий такой взрослый аромат, а он такой девичий, как будто вот просто молодая девчонка бежит, цветы, цветы кругом, весна, я не знаю, солнце светит. Такой он классный этот аромат. У меня когда дочка им пользуется, я все время: как от тебя вкусно пахнет, просто можно сойти с ума. Вот, поэтому сама с удовольствием ей покупаю, очень люблю, когда она им пользуется. Далее инкогнито. Этот аромат мало кто помнит, он был недолго, он был буквально 2 или 3 каталога, и все сходили с ума, его не было на складе, все его хотели, его даже хотели покупать, кто живет в других странах, просили выслать его, у кого есть наличие, девчонки. Потому что здесь физалис, ландыш, малина, ревень, пралине и сандал, а мне почему-то он пахнет каким-то грейпфруктом, вот прям, ой, очень классный аромат, не стойкий, такой вот прям деликатный, быстро набрызгалась, какое-то время чувствуешь, потом надо повторить, и в то же время флакон такой вот емкий, деликатный, что можно его бросить в сумочку и освежить быстренько этот аромат, но купить уже нельзя. Следующий аромат, кто помнит, Miss O. У меня, правда, мини формат, но я рада, что мини, потому что мне он, в принципе, не нравится почему-то, не знаю, я с ним не знаю, мне нет, не скажу, что мне некомфортно или как-то, но я хочу пользоваться ароматом, который мне дает классные эмоции, позитивное состояние или, да, нужное состояние. С этим я ничего не чувствую, хотя состав крутой: ананас, киви, грейпфрут, черная смородина, бергамот, кокосовое молоко, гелиотроп, персик, лилия, сандал, мускус, кедр, амбра. Состав очень крутой, согласитесь, но не чувствую я себя с ним как-то круто, поэтому если хотите, кому-то подарю его, чуть-чуть осталось, да, кто любит. Так, следующая серия Feel Good, два аромата, один из них у нас Loved Up и второй Be Happy, и я с ними буду краткой, они не стойкие, 3-4 часа максимум. Ароматы очень классные, даже не ожидала, что за там буквально за 300 рублей я их покупала, тот и другой, что они могут быть такие веселые, классные. Так, слива, черный перец, сандал, Loved Up, а здесь это пряный аромат, сейчас скажу точно, куркума, сандал, красный апельсин. Он, представьте, цитрус и пряности, это очень красиво, то есть он мягкий, и в то же время цитрус же он всегда возбуждает, всегда дает нам энергию, а пряности смягчают, и получается вообще так: вау, это что? И когда я его получила, вы знаете, что я делала? Я просто сидела такая, разбрызна, вот так вот, такая, хорошо, дальше поработала, не пахнет, раз опять брызнула, то есть я им просто наслаждалась как игрушкой, вот просто очень мне с ним было хорошо, с этим ароматом. И сейчас я летом его их опять достану, потому что это на лето классный. Следующий — Pretty Swan. Кто помнит такой аромат? Божественный аромат в виде юбочки балерины, у него даже вот здесь вот юбочка. Сейчас скажу его состав крутой: розовый перец, мандарин, бергамот, абрикос, гелиотроп, жасмин и пудровые ноты, рис, ваниль, мускус, бобы тонко, береза и мох. Такой состав вообще умопомрачительный. Какой этот аромат, он такой нежный, вот он нежный, как юбка балерины, такой вот. Кто это? Просто я им наслаждаюсь, и тоже я его берегу, пользовалась немножко зимой и сейчас опять отложила, жалко очень. И флакончик такой прикольненький какой-то, как будто из старины, да, из сундука бабушкиного достали, но аромат не бабушкин, аромат очень классный. Если кто помнит, напишите. Так, Эко Бьюти, вы сейчас удивитесь, какой у меня есть аромат Эко Бьюти. У него еще как там прелюдия есть, он, но я не могу даже вспомнить, помните, тут так меленько написано, ну, Эко Бьюти, мы его так и называли. Состав: базилик, цитрусы, апельсин, цветок апельсина, иланг-иланг, жасмин, болгарская роза, ветивер, пряности, гелиотроп, бобы тонко и ваниль. Но я здесь чувствую вот сразу Эко Бьюти, это просто чистое, вот чистое, вот без всяких вот но, без всяких но, это такой аромат,
он просто весь наполнен жизнью, соком, жизнью зелени, фруктов, и это все настолько энергично, ярко, без какой-то пудровости там, и знаете, без прелюдии, вы просто сходите с ума от этого аромата. Вот такой он. Но я его не чувствую очень долго, я не могу сказать по стойкости, что вот прям он какой-то, но как он мне нравится, и я его берегу, ему, кстати, много лет, у меня полфлакона, и я им пользуюсь прямо по исключительным случаям, и в основном весна-лето, когда уже вот зелень и летняя жара, он снимает вот этот стресс от жары, с ним становится намного комфортнее. Давайте его поставим вперед, потому что этот аромат, конечно, нереальный просто. All or Nothing, слушайте, но это аромат зимний, аромат царский, безумно красиво упакован в виде такой сумочки клатча, очень восточный, вот это прям восточный аромат, у него цветочный вихрь магнолии и фрезии смешиваются с искрами сочного итальянского лимона и уступают месту сердцу, где переплетаются лепестки жасмина, дамасская роза, свежая малина и супер абсолют ванили мадагаскарской, теплый шлейф мускуса и кедра. Боже, он такой приятный, про него столько писали и ругали, и хамили, и что только не делали, и только истинные ценители восточных ароматов сказали: вау, вот это да. Ой, жалко, что его время кончилось. Самое красивое его звучание в холода, ну для меня, по крайней мере, когда мне было холодно, он меня так согревал, и я настолько ярко чувствовала эту мадагаскарскую ваниль, супер абсолют ванили, это что-то нереально. И кстати, этот аромат, он непростой, мы его наслаиваем с таким малышом, это тоже All or Nothing, и дальше Unique Accord, и у нас с этим ароматом тоже отдельная история, мы его можем использовать отдельно или наслаивать их друг на друга. Сюда в состав входит фрезия, пион, жасмин, мускус, цветочные ноты, взбитые сливки, гелиотроп, сандал, светлое дерево, супер абсолют ванили и мускус с белыми цветами. И вот знаете, на каждой женщине он тоже будет раскрываться по-особенному. Он очень дерзкий, он очень дерзкий, он прям такой: весна пришла, все просто. А какой он классный, я им уже начала пользоваться, сейчас все ждала, когда весна начнется, и он очень стойкий, они оба очень стойкие и вместе красивые, и по отдельности, и сейчас можно этим пользоваться, этот пока убрать, или на вечер использовать этот аромат. Вот рассказала вам такую историю, он конечно супер чудесный. И нам осталось совсем чуть-чуть, мираж, невероятный мираж, у меня вот в мини флаконе, это не пробник, это действительно была такая коллекция мини, и я бы с удовольствием вернула, или каждому аромату сделали бы такие маленькие, я бы их все просто покупала и дарила бы, как это красиво, просто произведение искусства какое-то. Мираж был выпущен в 2010 году, представляете, 11 лет флакону. Апельсин, мандарин, жасмин, роза, ветивер, сандал, амбра, ваниль, очень невероятно запоминающийся аромат, не похожий на другие, с этим ароматом сразу слюноотделение идет сильное, потому что он просто такой гурманский, восточный, очень стойкий, красивый аромат. И вот тоже хочу сказать, кто его на мне слышит, сразу: а чем у тебя так вкусно пахнет? А, ничем, а уже такой не достать, к сожалению. Так, Sankey's Garden, аромат юбочка, тоже юбочка, состав лимон, маракуя, так далее, франжипани, это что такое, ландыш, малина, кедр, мускус, пралине, а я почему-то в этом аромате чувствую грейпфрут, и все, вот просто звонкий, яркий, сочный, такой аромат на лето, просто сказка, он освежает, он бодрит, он дарит кучу энергии и сил, особенно в жару, когда просто хочешь такая: ух, дайте мне, да, льда побольше.
Так, On the Edge. On the Edge — это я у дочки взяла. Это не все мои ароматы. Вот я три аромата взяла у дочки. Это Secrets, On the Edge и Lost in You. Я тоже ей подарила этот аромат. Он ей очень понравился, а у меня как бы нет к нему такого прям вау. Так, давайте On the Edge. Кожаный, древесно-цветочно-восточный аромат. Представляете? Но для меня этот аромат ассоциируется с праздником. Он такой яркий, звонкий. Апельсин, фиалка, древесный аккорд и кожаный аккорд. Но этот аромат прям буквально на дискотеку, на просто на прогулку, чтобы насладиться, просто подарить миру радость, энергию, позитив. И дизайн красивый, его можно по-разному ставить, и сам аромат классный. По стойкости не скажу, что он сильно стойкий, нет. У нас вот есть ароматы, кстати, сейчас очень удобно в каталоге сделали, что мы можем видеть концентрацию: низкая, средняя, высокая. И вы можете там просто посмотреть все подсказки. И новый аромат, он, кстати, вместе с мужским соединяются. Очень красивый дизайн у аромата, стильно, так современно. Бабы тонко, имбирь и пион. Ну, немногословно я буду с этим ароматом. Знаете, на что он похож? Вот для меня многие писали, что нет, нет, не может быть. Вот. Вот для меня он похож с этим ароматом, My Naked Truth. Представляете? Я не знаю почему, но я, когда его понюхала, поносила на себе, я сказала: я его знаю, этот аромат, он же вот просто как родственник, близкий родственник. И завершим мы мою коллекцию ароматом, который я приобрела первый, когда пришла в Oriflame, унисекс. Тут даже немножечко осталось. К сожалению, композиция аромата изменилась с годами, 22 года этому флакону. Но заметьте, нет осадка, нету какого-то, да, чего-то там. Но мне кажется, он стал чуть-чуть по-другому пахнуть, но может быть нет, я чуть-чуть нанесу на себя. Я им уже не пользуюсь, просто берегу как антиквариат, такая реликвия. Но этот аромат просто сводил с ума. Им могли пользоваться мужчины и женщины. Этот аромат бесконечно такой страстный, сильный, уверенный, я не знаю, просто необыкновенный. И в состав входят цитрусы, цветочные ноты, озон и специи, какие-то пряности. Но не расписано подробности, я не нашла информации более подробной. Сама, конечно, я не помню. Может быть, и даже и не знала, но он очень крутой был. У меня его заказывали все, кто его, я его сначала себе заказала, давала всем пробовать, его заказывали все, он всех просто сводил с ума. Фух, какая я молодец, я рассказала вам все, что знаю про эти ароматы, все, что вспомнила. И вы наверняка понимаете, что любовь к ароматам, она может в вас возникнуть совершенно спонтанно. Если до этого у вас был 1-2 флакона, может быть, сейчас вы после моего видео захотите какие-то еще попробовать, подегустировать, и поучитесь, да, или поищите, какое состояние вам дают ароматы. Ведь это очень круто — использовать таких помощников для разных целей. Что вы хотите, да? Денег, любви, секса. Ароматы нам помогают в этом. Или просто радоваться жизни, быть позитивными. Я вас благодарю за внимание. Надеюсь на вашу обратную связь. Пишите, какие ваши любимые ароматы. Очень интересно узнать, сколько у вас ароматов. Кстати, сколько у меня ароматов? Я уже сбилась со счета, потому что периодически появляются новые какие-то, я дарю и так далее. Всего вам доброго, красоты, счастья и вкусных, классных ароматов, которые вдохновляют вас на самое лучшее. Всего доброго, пока-пока.